Entonces, ¿te parece bien? ¿Quedamos así para el festejo del cumpleaños de papá? ¿Eh? Me parece que falta igual todavía. Sí, bueno, falta una semana. Осталось всего неделя. ¿Qué pasa? ¿Te расстроена? No. Нет. Ay, Anita, Anita, не притворяйся, я тебя знаю. Что случилось? Что? Просто мне грустно. Папа всегда был рядом с вами, проводил много времени в вашем доме. Я всегда мечтала об этом. Но это были несбыточные мечты. Я тебя понимаю. Меня тоже обуревают весьма противоречивые чувства. Мы с мамой не виноваты в сложившемся положении. Лишь один человек в ответе за то, что так получилось. А мы — его жертвы. Мы и наши мамы. Я привыкла быть единственной дочкой, принцессой. Понимаешь? Но я мечтала о сестре, и я счастлива, что ты есть. Я тоже. Да, наш папа большой эгоист. Этого у него не отнимешь. Это трудно простить. Но мы вместе, и это главное. И мы наверстаем упущенное время. Правда? Папа есть папа. Кто? Легок на помине. Папа. Девочки мои, принцессы. Узнаю папу. Как ты? Хорошо. Чаем угостите. Конечно. Привет. Привет. Estas calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sodero con la alegría otra vez de andar por el vecindario porque en el barrio me enamoré. Sodero de mi vida, no hace falta que te diga, tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sodero de mi vida, para comenzar el día me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida. Sí, señor, sí, señor. Yo lo espero cada día. Sí, señor, sí, señor. Vecina, aquí ha llegado. Sí, señor, sí, señor. Su sodero enamorado. Sí, señor, sí, señor. Vecina, llegó el sodero. Sabe que la quiero. Любимый, я уже начала волноваться. Привет. Скорее показывай, не томи. Пожалуйста. Можно? Да. Это счет за платье? Вовсе нет. Какой красивый цвет. Тебе нравится? Я очень долго выбирала. Прочти. Фабиана... И Жижи приглашают вас на торжество 5 апреля сего года. Ну, что ты мне скажешь? Мы женимся. Да. Любовь моя, любимый мой, дорогой. Мы женимся. Ты рад? Я покажу Альберта. Отдай ему. Ты у меня очень талантливая. Я горжусь тобой. Правда? Правда. Спасибо. Любимый, из-за теснения они оказались дороже намеченного, как я и говорила. Для тебя мне ничего не жалко. Честное слово. У нас всегда будет с избытком нежности и денег. Я готов трудиться от зари до зари. А еще я дал себе зарок, что добьюсь успеха. Знаешь как? Как? Я пойду учиться. Я хочу закончить
среднюю школу, начальной мне уже недостаточно. Когда наши дети начнут задавать вопросы, я сумею грамотно на них ответить. Любимый, как мне повезло. Готово. Садись. Да, села. У меня к вам дело. Я вас люблю. Я очень счастлив. И будь что будет, я счастлив, что вы подружились. И несмотря ни на что, будете вспоминать своего отца-разгильдяя. Мы будем не вспоминать, а общаться с тобой, папа. Да, я люблю тебя, правда. Я тебя очень люблю. Но бывают минуты, когда я с удовольствием бросила бы в тебя чем-то тяжелым. Правда? В голову? Да. А ты что скажешь? Ты бы швырнула в меня какой-нибудь гадостью. Папочка, давай оставим эту тему. Швырнула бы? Нет, давай не будем копаться в прошлом. Не будем. Вопрос. Что с Альберто? Чайник. Жижи, за работу. Я тебе кое-что покажу. Мне не до зрелищ. Мы опять задерживаем доставку. Это мы. Смотри, это очень важно. Приглашение на мою свадьбу. Я желаю счастья тебе и Фабиане. Долгих вам лет и счастливой совместной жизни. Спасибо. Привет, дорогая. Устал? Немного. Не хочешь попить чайку? Нет, нет. Я бы с удовольствием зашел в гости, но мы еще не закончили развозить заказы. Сколько тебе оставить? Дюжину. Жижи, хватит прохлаждаться. За работу. Проснись, приятель. Мы так никогда не закончим. Не ворчи. Я умираю от любви. Está cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida. Vecina, llegó el sodero a ver quién me va a comprar. ¿Qué pasa? ¿Estás vivo? No sé. Не стой, как болван. Беги за ней. Я бы рад, но не могу. У меня ноги не слушаются. Нет? Остановись. Теперь мне конец. Софи, не надоело? Что? Дуться на Альберто? Нет. Что случилось? Ничего, ничего. Знаешь, мне очень грустно. Неужели, когда раздался сигнал, тебе не захотелось броситься ему на шею? Он сигналил мне? София, София, он сигналил тебе. Что случилось? Говори. Ничего особенного. Мы с ней давно не виделись. И я думал, что мало-помалу боль уходит. Говорят, время лучший лекарь. Это вранье. При виде ее у меня отнялись ноги и в висках застучало. А дальше? Дальше я задумался о прошлом, о том, как подло было с моей стороны вечно обманывать ее, потакать безумством ее папаши. А что ты мог сделать?
Да, ты иногда ошибался, но ты вел себя весьма достойно. Ну и что? Я потерял ее. Лишился права прижать ее к груди, поцеловать и спросить, что она желает на ужин, где мы проведем вечер и какой фильм возьмем в прокате. И все из-за этого Ипполита, будь он трижды не ладен. Все из-за него. Я идиот, Висенте. Я прожил 40 с лишним лет с мыслью, что жизнь дается лишь раз, что надо порхать по верхам, не утруждая себя заботами, стараться избегать всякой ответственности. Эта теория очень даже неплоха для 30-летних, но в моем возрасте пора и одуматься. Это верно. Я идиот. Я прожил 40 лет в этом доме, как в детском саду, без забот. Мне надоело. Тебе нужно выговориться, выплеснуть наружу свою тоску. Не бойся меня, я же твой брат, я помогу. Я мечтаю увидеть ее. Неделю спустя. Привет. Ипполит, а как вы? Спасибо, мне уже лучше. Правда? Да, доктор уделяет мне значительно меньше внимания. Это о чем-то говорит? Это говорит о том, что отныне мы с вами будем видеться все реже и реже. Да уж. Карточка при вас? Да. Держите. Тут лежит заключение. Можете взять с собой. Спасибо. Вы выбрали удачное время. Почему? С днем рождения. Я и забыл. Неужели сегодня мой день рождения? Представляю, что вас ждет. Поздравления от родных, знакомых, от жены, дочери. Нет, похоже, они все забыли. Но я это заслужил в полной мере. Вы просто ангел. Нет, вы меня плохо знаете. Да? А я уверена, что они готовят вам веселый сюрприз. Я и не надеюсь. У них нет причин гордиться отцом семейства. Можно один вопрос? Мне еще не пришли счета за обследование в вашей клинике. Но прошло уже больше месяца. Вот именно. Вы не могли бы выяснить? Конечно. Знаете что? Что? Я дам вам визитку. Да, спасибо. Марселла Лернер, очень приятно, спасибо. Не за что. Ваша карточка. Спасибо вам за все. Берегите себя. Я постараюсь. Ипполито, с днем рождения. У меня душа болит, что Альберто мучается, а я ничем не могу ему помочь. Он с каждым днем все мрачнее. Когда это кончится? Когда он одумается? Это от него не зависит. Он ее любит. Я ему помогу. Я сейчас позвоню Софии, скажу, что он страдает, места себе не находит. И все. Где телефон? Ты сначала все обдумай, а потом действуй. Рамина права. Пусть она попробует их помирить. Нет, 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 нет. Не надо вмешиваться. Они сами разберутся. Нам не удастся перебороть гордыню Софи. Наш Альберто уже достаточно настрадался. Вы не забыли? Люди меняются.
Только не она. Она упрямая, как осел. Это не всегда плохо. Да? Послушай его. Само смирение, когда речь идет о других. Никакого венчания, не надейся, я не уступлю. Я хочу сказать... Я знаю, все это условности, главное — любовь, остальное — суета. Мы это уже слышали. Скажи ты. Мы женимся. Мы женимся. Женимся? Не может быть. Нет. Мама, обними меня. Какая радость. Еще одна свадьба. Поздравляю. На зарплату ребятам денег хватит. Передай ему спасибо. А что с сертификатами качества? Скажи, что я давно их получил. Я же профессионал. Хватит поясничать. Давайте мы вот как поступим. Я быстро зачитаю финансовый отчет, а потом скажу вам пару ласковых слов. Идет? Заканчивайте свои телячьи нежности. Работа не волк. Я уже выполнил план. А тебе еще далеко. Так что хватит оглядываться на других, верно? А он еще не умеет. Я заглядывал в офис и видел Альберто. И что? Он сидит с похоронным видом. Кто-то умер? Нет, пока нет. Причина в том, что много лет назад в этот день родился король плутов. Марадона? Нет. А кто? Ипполито Кампос. Сегодня его день рождения. День рождения? Да, сегодня утром мы с ним немного пообщались, и я подумал... Что? Надо бы устроить ему маленькое поздравление. Было бы на что. Деньги не главное, ребята. Он член нашего коллектива. В какой-то степени он наш кормилец. Деньги не главное. Вы это слышали? Давайте хотя бы поздравим его на словах. Это пустое. Без подарка не пойдет. У вас нет чуткости. Я ухожу. Мы с тобой. Днем рождения! Днем рождения! Дуйте, это свечка. Спасибо, ребята. Что тут происходит? У меня день рождения, Муса папа. Поздравляю, Ипполито. От души. Это вечер вопросов-ответов? Конечно, от души. Ребята, я горячо благодарю вас за все хорошее, что вы сделали. Нам было непросто, но мы выстояли. Обратите внимание, даже мои родные не почтили присутствием мой славный юбилей. Мой день рождения. Никто из них не удосужился меня поздравить. Даже мои дочери, моя плоть и кровь. Только ты и твои ребята
Вспомнили. Муса папа, ты меня не поцелуешь? С удовольствием. Да. Мир на века. Аминь. Сделаем все в лучшем виде. Да. Значит, моя задача — заговорить Софию и привести ее сюда. Да. Я справлюсь. А я займусь Альберто. Вы готовы выслушать план? Всем внимание. Рамина, привет. Как ты? А ты? Хорошо. Я жду, когда освободится София. У папы день рождения. Ты знаешь, у нас на фабрике готовится праздник. Мама накрывает шикарный стол. А кто будет? Вся наша компания. Да. И вы тоже. Да? Я не знаю. Мы с Софией собирались. Вот и приходите к нам, в большой компании, веселее праздновать, всяческие юбилеи. А она не согласится. Вот и ты. Привет. Привет. Рамина, какой сюрприз. Как наш малыш. Хорошо. Фабиана уже ушла? Я пришла пригласить вас на фабрику. Мама собирает гостей по случаю дня рождения Ипполито. У нас другие планы. Мы идем в ресторан с Анитой и с папой. А как же мы? Нам хочется побыть втроем. Анита очень хочет повидаться с нами. Очень. Очень. Ну, насчет дяди не беспокойся. Они с Ипполито на ножах, и он поклялся, что не придет. Ты слышала? Пойдем к ним. В большой компании всегда веселее. Поклянись, что Альберто не придет. Даю честное слово. Вы можете посадить его на трон, напялить корону. Мне все равно. Меня тут не будет. Я ухожу. Хватит, Альберто. Не каприз. Это не каприз. Сам по сути, придут все кампосы. А кто входит в семейство Кампос? Конечно, София. Неделю назад она даже не посмотрела в мою сторону. Я этого не вынесу. Я умру на месте. Ты можешь не беспокоиться на этот счет. София сказала Рамине, что не хочет попадать в дурацкое положение. Она вечером отпразднует с Ипполито и Анитой в узком кругу. Точно? Точно. Правда? Правда. Она придет? Кто? Он знает. О чем? О Софии. Она не придет? Нет, это чистая правда. Я даже больше тебе скажу. Так лучше, не только для тебя, но и для всех. Эта зазнайка невыносима. Конечно, Ленор, я тебя понимаю. Я была не права. Я это признаю и хочу исправиться. Я так не думаю. Ладно, как скажешь. Пока. Инес. Эльса, привет. Сколько лет, сколько зим. Какая встреча. Дорогая, у тебя неприятности? Да, у меня только что закончился роман с одним мужчиной. Ты влюблена? Эльса, это в нашем-то возрасте? Нет, я попыталась наладить отношения, но не вышло. Ипполито сделал из меня истеричку, уж извини. Теперь я в каждой женщине вижу соперницу, я схожу с ума. Понимаешь, тебе еще хорошо, а я даже думать не могу о новом романе. При виде мужчин мне хочется забросать их камнями, честное слово. Это ужас. Да уж. Ипполито нам все нервы вымотал, да. Когда я пытаюсь рассуждать спокойно,
то прихожу к выводу, что готова его убить. Да. Но потом оттаиваю и понимаю, что люблю его. Со мной абсолютно такая же история. Что говорить? Наш брак с Ипполита дал трещину, когда все открылось. Но мы прожили много лет вместе, и поэтому я приютила его дома и даже кормлю. Я бы с удовольствием помогла тебе ухаживать за ним. Ради бога, дай мне хоть небольшую передышку. За ним нужен особый уход? Да, он очень болен. Или опять соврал. Твой поклонник молод? Да. Молодец, Энесс, молодец. Да, он гораздо моложе и внешне симпатичнее. Но в нем нет задора и внутреннего огонька нашего старого лиса. А ведь ему уже 59. Так много? Да. У него на днях юбилей? Как скоро? У него день рождения сегодня. Что? Точно. Давай его отпразднуем. Давай, выпьем. Привет. Эльса, как дела? Хорошо, а у тебя? Ничего, мне уже значительно лучше. Да? Да, я в прекрасной форме. Я рада. Какой сегодня день? Пятница. Нет, прости. А какое число, не знаешь? Нет, дорогой, я понятия не имею. А что? Я должен поставить число на документе. Ясно. Ты не хочешь пойти погулять? Это очень хороший эмоцион. Нет? Тебе полезно много двигаться. Что скажешь? Ничего, просто я тебя не узнаю. Я сейчас, дорогой. Спасибо, Эльса. Cuando a la calle todos me salen. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Сначала ты примешь горячий душ, а потом мы пойдем на день рождения. Я облился одеколоном. Это не заменит тебе душа. Анита рассказала мне про дедушку. Что? И Альберто туда не пойдет. Да, к счастью. Да, это счастье, что вы не поссоритесь. Но, мами. Да? Тетя Фабиана отведет тебя на праздник. А мне надо заехать по делам. Ты потом приедешь? Да. Конечно. Мне что-то не очень хочется идти на этот праздник. Я прекрасно себя чувствую в вашей теплой компании. Это приятно, но не стоит проявлять неуважение к друзьям. Дорогой, это затея Висенте, чтобы помирить Софию с Альберто. Я смогу умереть спокойно, только когда увижу, что они вместе и счастливы. Перестань. Он у нас гениальный актер. Не обращай внимания. Я пойду в душ, а ты охраняй холодильник, иначе он его опустошит, а ему это вредно. Хоть один бутербродик. Нет. Какая забота? Эльса меня бережет. Тебе повезло, Ипполита. Знаешь, мне всю жизнь везло. Да? Да. Как ты? Хорошо. А ты? Я тоже. Все могло быть значительно хуже. Я очень скучаю по тебе. Я тоже. Не будем обижать Эльсу. Она все знает, поверь. Да? Да. Мы сможем встречаться? Да, ради Аниты. Мы? Друзья? Ничего больше. Больше? Мы семья. Семья.
Семья! Семья! Опять разбежались? Где все? Нет, неужели он ушел, Мануэль? Все пропало. Нет. Один бокал шампанского. Нет. Эльса, всего один. Мне уже можно. Я не разрешаю. Пожалуйста. Нет. Уговори ее. Один. Всего один. Привет, мои дорогие. Привет. А меня поцеловать? Нет? Вы наглец, несмотря ни на что. С днем рождения. Спасибо, я вас очень люблю. Очень. Я вас тоже, в общем-то. Спасибо. Вы в хорошей компании. Да, мои тюремщики. Мы не даем ему выпить. Тебе содовая. Вон сколько сифонов. Все для тебя. Этого добра у нас хватает. Где моя дочь? Анита помогает Ленор на кухне. Режет хлеб. Я спросил про Софию. София не показывалась. Висенте приказал всем попрятаться. Давай, заводись. Папочка. Дождь кончился. Похоже. Но я помогу. Ты переквалифицировалась на механика? Нет. Но я многому научилась. Кто-то сказал, что одиночество разъедает душу. Это Перрон. Я так и знала. Что? Это ловушка. Я здесь только потому, что меня уверяли, что ты не придешь на папин праздник. А меня уверяли, что тебя не будет. Зачем бегемоту красные глаза? Зачем? В помидорах прятаться. Одному парню приходилось наряжаться соседом, чтобы залезать к жене в кровать. Что с вами? Вам плохо? Скорее несите воды. Помогите мне его посадить. Все обойдется. Нет, нет, не кладите. Я все улажу. Руки вверх. Дышите глубже. Дышите глубже. Дышите глубже. Сейчас все пройдет. Тише, вот вода. Я уж и не чаял застать вас в живых, патрон. Машины меня. Чудесная погода. Да. Но не жарко. Но был дождь. Скорее ливень. Дождь все смывает. Когда идет дождь, страсти стихают, успокаиваются.
Ты помнишь нашу первую встречу? Я никогда ее не забуду. Никогда. Спасибо, Ленор, за хлопоты. Мне так приятно угодить моему дорогому зятю. А мне нет? Ты уже выпил целый бокал вина, Висенте. Подумаешь, бокал вина. Я видела. Что? Ты у меня потенциальный алкоголик. Чего ты взяла? Ты тянешься к спиртному. Нет, к тебе. Я тянусь к тебе. Висенте, кругом люди. Висенте. Привет. Рамина, хватит скакать. Ты в положении. Мама права. Неужели вы заодно? Моя мама согласна с моим мужем? Да, чудеса случаются. Да, случаются. Но это не повод скакать, как зайчик. Ленор, хватит воспитывать будущую маму. Твой внук все слышит. Он запутается в пуповине. Распутаем. Ты нам расскажешь, как там гости? Я ничего не знаю, и меня это нервирует. Рамина, детка, прогуляйся спокойно, без прыжков, и разузнай, что там у Софии с Альберто. Спокойно прогуляться? Это означает шпионить? Да, Рамина, мама назначила тебя шпионом. Я согласна шпионить, в виде исключения. Хватит скакать! Сколько всего было? Много. Будет лучше, если я пойду. Иди. Если хочешь, я скажу гостям, что ты приходила поздравить отца с праздником. Да, конечно. Спасибо. Не за что. Что? Пока. 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 Что случилось? Я много думала в последнее время. Я тоже думал. Нет, поговорим потом. Да? Когда потом? Почему? Почему потом? Потому что еще немного, и я расплачусь. Не надо, пожалуйста, не плачь, моя королева. Я с тобой. С тобой. Слышишь? Мне очень плохо без тебя. А мне без тебя, любимая. Без тебя мне жизнь не мила. Наконец-то! Очень красиво шпионить. Марцелла? Да, кто это? Ипполито Кампос. Ипполито? Какой приятный сюрприз. Нет, это просто дань уважения. Я сейчас на вечеринке. Я же говорила, что вас не забыли. Надеюсь, вам весело? Быть может, это ваши слова заставили моих родных вспомнить обо мне. Я хочу вас пригласить, раз уж завтра суббота, на мою утреннюю ежедневную прогулку. Кому ты звонил?
Никому. У Ривальятти... Нет, 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 извини, но все Ривальятти давно умерли. Нет. Знаете, что я всегда был идиотом. Но я очень люблю вас обеих. И не могу без вас жить. Это правда. Тишина! Тише! У нас важное сообщение. Итак, сейчас наш дорогой Мануэль кое-что вам расскажет. Мануэль, давай. Я уже забыл. Да-да-да, вспомнил. Дамы и господа, с вами сеньор и сеньора Муссапапа. Тишина. Слово счастливой парочки. Скажи, ты у нас самый красноречивый. Мне нечего сказать, я ничего не вижу. Можно мне? Можно мне? Нет. Скажи ты. Нет, 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 нет. Скажи ты. Я не могу. Мне нечем чокаться. Чокаться? Да. Спасибо за мою маленькую племянницу и ее ребенка. За Ленор, которая тоже ждет малыша. Она беременна от моего названного брата. За старшего брата Кике, за папу, который основал нашу фабрику. Да, мама? Да, сынок. Мы его не подведем. Я горжусь тем, что являюсь главой этой семьи. Замечательной семьи. Мне радостно видеть эти глаза, эти добрые улыбки. И дальше забыл. Давай ты. Пусть Бог благословит нас всех. Пошлет нам работу. Мир нашим сердцам и любовь. И пусть нас всегда будет больше и никогда меньше. Святая.
calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sudero con la alegría otra vez de andar por el vecindario, porque no